Каждому нужна своя минута славы. Если он не получает ее никаким другим способом, он получает ее экстремальным путем. Это логично, это прописано во всех учебниках по социологии. Если мы не будем давать этой минуты славы людям, они начнут брать ее сами. Что они и делают? Вот сейчас, сегодня в новостях я видел, ну это каждый день эти новости одни и те же. Опять какой-то молодой человек упал произвести там какую-то съемку дурацкую, решил, и опять откуда грохнулся. Они постоянно откуда-то падают, они постоянно куда-то попадают. То есть, если это модно, если это дает возможность прославиться, если вот эта вот фотография в Инстаграме, которую он выкладывает в экстремальный, дает его, делает его героем, то, соответственно, он будет это делать. Что мы должны сделать? Мы должны точно, совершенно объяснить молодым людям на пальцах, что это не геройство, а глупость. Вообще любое геройство – это, как правило, результат чьей-то безалаберности или чьего-то разгильдяйства. Не надо геройствовать, когда у вас все хорошо и нормально. Так вот, если вы хотите таким образом показать, какой вы крутой, вы показываете, какой вы глупый, только и всего. Для этого есть люди, к которым надо обращаться. В первую очередь, это родители тех, кто не допрыгнул, кто сорвался. Вот если их постоянно в том же самом объеме показывать по телевизору, и чтобы они говорили, вот у меня был мальчик там, такой-то, такой-то. Вот он сделал дичайшую в жизни вещь. Полез и решил сняться. И вот фотография, вот похоронная процессия, вот бабушка, которая там после этого не пережила, вот там. В общем, вот это если будет постоянно мелькать, то есть параллельно как бы с вот с этим вот медиа раскруткой, параллельная какая-то картинка, которая сразу говорит, ребят, если вы хотите чем-то прославиться, сделайте что-то хорошее. Но опять же, тогда медиасистема должна подтолкнуть и хорошие дела выводить на передний план. Не какую-то там хрень, которая вот у нас сейчас пытаются взять, там, допустим, не тот, кто там прыгнул голышом куда-то там, не тот, кто стоит и орет, ясь, там, пьяный. Он не должен быть медиа-персонажем номер один. А тот человек, который что-то сделал, девочка, которая спасла ребенка, допустим, вот она главная героиня. Кто-то взял что-то там, сделал хорошее, там, котенка достал, вот он, подвиг. Ты же не полез туда не для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Ты полез туда не для того, чтобы что-то кому-то там сказать. Ты просто полез для того, чтобы все увидели, какой ты крутой. Так вот, надо, чтобы все абсолютно знали, что ты полез показать, какой ты тупой. И вот и как только мы поменяем вот этот плюс на минус, как только отношение к этому будет уже не как к героизму, а как к тупости, показать его в тот момент, когда вот он упал, и что от него осталось. Сказать, вот, ну, это тупость. Ты просто взял, убил свою жизнь, жизнь своих родственников, своих там родителей. Ты просто угробил все вокруг тупым каким-то действием. Все. И они перестанут это делать.